Столб дыма, который валит из окна. Видео и фото с таким изображением появилось в социальных сетях днем 19 января. Как стало известно, огонь разгорелся на территории бывшего завода САМ. Сигнал о возгорании в четырехэтажном здании в Главное управление МЧС России поступил в 14 часов 52 минуты. 15 часов 12 минут объявлен пожар ранг номер 2. В настоящий момент пожар ликвидирован на 600 квадратных метров. На месте работает 74 человека личного состава и 24 единицы техники. По словам очевидцев, огонь возник на четвертом этаже. Также рассказали, что пламенем частично охвачен и третий этаж. Из здания удалось эвакуировать 100 человек. Основной очаг возгорания ликвидировали в 16:10. После этого спасатели провели проливку. Сейчас сотрудники регионального ГУ МЧС устанавливают причину возгорания и ущерб. Валерий Седов, телекомпания «Город».